Серьезное ДТП произошло в Березняках накануне вечером практически в центре города. Все случилось на перекрестке улицы Пятилетки и проспекта Ленина. К счастью, все участники живы. В направлении проспекта Ленина двигался автомобиль «Тойота» под управлением местного жителя 59-го года рождения. По предварительной информации, у дома 41 при повороте налево на регулируемом перекрестке он не уступил дорогу движущемуся прямо во встречном направлении автомобилю Volkswagen и допустил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. С различными травмами мужчину доставили в Березняковскую больницу. Также пострадал его пассажир. Женщине оказали медицинскую помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.